Дочь вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации Петра Толстого, известного своими чрезвычайно патриотическими выступлениями в качестве телеведущего, опозорила отца на всю Россию отнюдь не патриотическими высказываниями. Но рупор Кремля и защитник Руси от западных ценностей, вместо того, чтобы публично извиниться за такое воспитание потомства, поддержал дочь, вещающую из Штатов. Вот это очередная мажорка Александра Толстая, депутатская дочка, продемонстрировала свой «высокий» в кавычках интеллект на публику, попытавшись затмить дочь Дмитрия Пескова и Сашу Спилберг, уже прославившихся своими скандальными высказываниями. В этот раз в центре скандала оказалась правнучка Льва Толстого, за которую писателю, наверное, было бы стыдно. Как известно, Лев Толстой был знаменитым западником, то есть он во всем поддерживал западную идею и желал России западного пути развития. Так вот, дочка вице-спикера Госдумы Петра Толстого отправилась в летний лагерь Ельского университета в США. Когда Александру спросили, не собирается ли она поступать в высшую школу экономики при российском лицее, в котором она учится в данный момент, девушка ответила: «Не дай бог», поучившись в этой системе, очень разочаровалась. Также девица раскритиковала журфак МГУ и расхвалила Ельский университет. Надо думать, туда она и будет поступать. В России, мягко говоря, удивились таким заявлением, ведь если даже вице-спикер считает нужным учить дочь за границей, ему бы следовало вложить ей в голову немного мозгов, объяснить, что можно ляпать на публике, а чего нельзя. Но учить патриотизму с экранов телевизоров, похоже, для Петра Толстого задача гораздо более важная, нежели воспитание своего собственного чада. И потом это лишний раз показывает, что на экранах они говорят одно, а среди своих домашних, друзей и прочих совершенно другое, и вкладывают в головы своих детей именно цели, направленные в противоположном направлении от России. В социальных сетях девушки устроили троллинг. Многим не понравилось, что депутатская дочка по сути назвала российские вузы отстоем, пускай даже в мягкой форме. Тем временем Петр Толстой заявил, что не видит ничего непатриотичного в высказываниях дочери. Вот цитата, которую он сказал: «Это ее частная жизнь, что же я буду это обсуждать? То, что ей не нравится определенный вуз, в лицее которого она учится, это совершенно не значит, что она не патриот. Это все чушь собачья». Ну и в завершении добавил, совсем как премьер-министр Дмитрий Медведев: «Я не готов обсуждать публикации в интернете». Напомним, что Петр Толстой известен целым рядом антизападных высказываний. В частности, его знаменитое, сказанное телеканалу BBC. «Еще можно вернуть Россию к нормальной жизни, не дать ей съехать окончательно к европейским ценностям». Но свою дочь, видимо, рупор пропаганды предпочитает все же воспитывать на Западе. Александра, как стало известно, удалилась из соцсетей. Возможно, из-за отравли, устроенной пользователями, а может быть, ее все же настигло родительское наказание. Но не за то, конечно, что считает российское образование отстойным и плохим, а Америку классной, а за то, что просто публично подставила папашку.